не опоздал? Пропустил автобус. Бежал всю дорогу. Надо восстановить силы. Это что, газировка? Все знают, что есть и пить в классе запрещено. Черным по белому написано. Такого я от него не ожидал. Ничего себе денек начался. Мой рот сейчас как... наждачная бумага. Эй! Я слышу, как капает вода. Хоть бы меня кто-нибудь полил. Я теперь везде вижу воду. Да чего же хочется пить? Кажется, я схожу с ума. Меня хоть кто-нибудь слушает? Откуда этот звук? Странно. Нет, мне точно не мерещится. Опс, ты меня поймал. Что у тебя там? Умно, правда? Надо себе такое сделать. Готово. Зацени. Это не совсем то. Для начала ставим в центр банку. Поворачиваем язычок вот так. И вставляем соломинку. Главное прикрыть все карандашами. Банку не должно быть видно. Вот так. Выпьем за хитрость и креатив. Осторожно! Хитрость хитростью, но нужно по сторонам смотреть. Привет, Брайан. О, привет. Ух ты! Можно? Конечно. Я и забыл, какие они вкусные. Можно зеленую попробовать? Прямо как день рождения. Еще одну, ладно? И вот эту красненькую. Спасибо. Эй! А где сладости? Что? Обжора. Брайан! Ой, извини. Я тебе этого не забуду. Шутки кончились, приятель. Никто не ест мои вкусняшки без спроса. Понятно тебе? Надеюсь, твоя шея тебе дороже конфет. Я схожу и куплю новую упаковку. Иногда припугнуть не мешает. А пока он уходит, я поем вот это. Крутой тайник в медведе. Хотите такой же? Сперва отрежем голову и удалим набивку. Теперь вставим внутрь банку. Нанесем на банку горячий клей вот так. И пока он не высох, прижмем к стеклу края меха. Нужно немного поработать пальцами. Отлично, готово! А теперь насыплем внутрь любимые конфеты или другие вкусняшки. И приклеим крышку к голове медведя так, чтобы ей можно было закрыть банку. Брайан вернулся. Я купил тебе сладости, Элли. Но по дороге я их опять случайно съел. Не беда, у меня есть запас. О, ты ешь из туловища медведя? Жесть, кажется, у меня аппетит пропал. Ты опоздала, молодая леди. Еще и сок с собой взяла. Да я только его купила. Здравствуйте, извините за опоздание. Иногда можно заблудиться в этих коридорах. Ладно, проходи. Боже мой, я так хочу пить. Так хочется сока. Эй, может, у тебя есть что-нибудь попить? Вау, Лили, ты чего это облизываешься? Эй, алло! Иногда, когда что-то очень хочется, ты видишь это повсюду. Оказалось, Кевин точно знает, как спрятать напитки в классе. Для этого лайфхака возьмите пластиковый чехол для телефона. Положите его на файлик, возьмите маркер и обведите по форме. Как закончите, уберите чехол и вырежьте по линии. Теперь у вас получилось два кусочка, верно? Затем возьмите вощеную бумагу, оберните ею угол, а потом пройдитесь по ней плойкой. Проделайте то же самое со всеми сторонами. У вас получится что-то вроде маленького мешочка. Затем возьмите крышку от сока, например, такую, и помажьте клеем.
Пока не высохла, вставьте ее в небольшое отверстие в мешочке, чтобы получился носик. А потом возьмите любимый сок и вылейте в карман, заполнив его доверху. Не забудьте закрыть крышку. А теперь помажьте горячим клеем чехол для телефона. И приклейте карман к чехлу. Когда высохнет, вставьте телефон в чехол и наслаждайтесь своим соком из классного тайника. Будешь, Лили? О, слава богу, я уже думала, что умру от жажды. А если поблизости учитель, не переживайте, вы под прикрытием. Да, все под контролем. Величественная река Миссисипи берет свое начало в штате Миннесота. Ой, я снова опоздала. Может, никто не заметит? Эва, ты опоздала? Садись за парту. Да, извините меня. Исток Миссисипи такой маленький, что его можно перейти вброд. Ну и видок, ты что, с петухом дралась? Привет, Мэдисон. Привет, Эва. Бедняжка, надо ей помочь. Эва, держи, это тебе. О, ужас! Я похожа на гориллу. Поправлю волосы, сразу станет лучше. Нет, все такой же кошмар. Может, никто не заметит? Постой, я тебя спасу. Смотри, что у меня есть. Тут и разные пудры, и крупные блестки, и мелкие блестки, и даже тональный крем. Сегодня я твоя фея макияжа. Я просто взяла органайзер для канцтоваров и вставила в выдвижные ящички картонные перегородки. Заливаем любимый тональный крем. Сюда много поместится. Контейнер подходит идеально. Без красного не обойтись, это для губ. Теперь подготовим ящички для блесток и добавим консилер. Верхние ячейки для аксессуаров. Это положим сюда. А здесь будет блеск для губ. Кисточки для макияжа тоже поместятся. Ну и самое главное – маскировка. Вставим побольше цветных карандашей. Мэдисон, ты меня спасла! Пора навести красоту. Мне точно нужен консилер. И тональный крем. Приведем в порядок губы. И не забудем про глаза. Завершающие штрихи. Вот так. Больше никакой гориллы в зеркале. Спасибо, Мэдисон. Не за что. Девочки! Вам срочно нужно подправить макияж, а под рукой нет косметички? Что может быть хуже? Так, начинаем урок. О, мел закончился. У кого-нибудь есть кусок мела? У меня нет. И у меня тоже. Без проблем. Минутку. Ау! Мое лицо! Что он делает? Не пойму, что происходит. Так, потрем еще немного. И вуаля! Настоящий мелок? Ну или вроде того. Главное, на доске писать можно. Фонная гадость. Мое бедное личико. Весь макияж стерся. К счастью, есть масса способов пронести косметику в класс. Учительница, конечно, понятно объясняет, но, боже, да чего же скучный урок? Чуть не заснула. Может быть, меня взбодрит сладкий перекус? Нужно достать немного. О, нет! Это мои волосы, или оно уже отрастило свои собственные? Вернись обратно. Ну и что же мне теперь делать? Точно, моя тетрадка. Знаете ли вы, что она может стать замечательным тайником для конфет? Итак, начнем с того, что разрежем обложку канцелярским ножом. Должен получиться вот такой прямоугольник. Теперь нужно убрать его, взять прозрачный файл для бумаг и аккуратно приклеить его скотчем за обложкой. Отлично! Берем конфеты и складываем в получившийся кармашек. Чем красочнее, тем лучше. Лучше начать сверху и постепенно спускаться вниз. Да, отлично!
С этой стороны понятно, что внутри конфеты. Но когда тетрадка закрыта, тайник выглядит как обычная обложка. Видите? Это самая красивая вещь из всех, что я видела. Не говоря уже о том, что она еще и самая вкусная. А это, друзья мои, человеческое тело. Она что, уже закончила? Похлопаем. Перестаньте, вы вгоняете меня в краску. Солнечные лучи невероятно мощные. Уже звонок? Неожиданно. Что ж, продолжим после перемены. Понимаете, что это значит? Пора перекусить. И у меня как раз есть пакетик чипсов. С ароматом барбекю. Мой любимый. Включи мультики, пожалуйста. Девочки увлечены просмотром видео. Эй, следите за чипсами. О, нет. Ну вот. Как они там оказались? Похоже, нам предстоит уборка. Думаю, я знаю, как решить эту проблему. Ну, вот и все. Ручки, конечно, универсальная вещь. На самом деле, у меня есть отличная идея. Нужно проделать в пакете отверстие вот так. И вы сможете удобно подвесить его между партами. Попробуйте сами. Разве не круто? Похоже, ты гений секретных вкусностей. Да, не без этого. Перемена окончена, ребята. Упс. Дожевываем. Тихо. Очень тихо. Не волнуйтесь, она не заметит.